Всем здравствуйте! Сегодня наше видео будет посвящено правильности нанесения удара мавасигири или мавашигири. Так и так считается правильным. Этот удар можно разделить на 6 основных частей. Первое – это складывание ноги в колени. Второе – вынос колена вперед. Третье – выпрямление ноги. Четвертое – формирование ударной части и напряжение тела, что называют киме. Пятое – складывание ноги в колени. И шестое – возвращение в исходное положение. Очень важно следить за тем, чтобы перед ударом вы не показывали, не выдавали ничем своими действиями этот удар. То есть верхняя часть тела должна быть неподвижна. Стараться не выполнять какие-то повышения центра тяжести или размахивание руками перед ударом. Это все будет выдавать, и эффективность удара будет ниже. Поэтому старайтесь делать удар без лишних движений. Друзья, если это видео было полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписались. Всем до новых встреч. Awesome.